По миллиону рублей получат 140 педагогов Дагестана. Деньги выделят по программе «Земский учитель». Всего Миноборнауки республики получило свыше 450 заявок на участие в программе. Из общего количества отбор пройдут только 140 педагогов. Согласно условиям, они отправятся трудиться в сельскую местность, где будут работать 5 лет. Каждый учитель получит по миллиону рублей на покупку или строительство жилья в том населенном пункте, где будет работать. Прием заявок продолжается до конца текущего месяца. Регистрация проходит на сайте ведомства. Напомним, в прошлом году в программе были задействованы только 50 педагогов.